участник финала Дмитрий Климов. Поприветствуем его! Количество времени на один текст. Текст один, но количество времени не регламентировано. Ты можешь читать один текст, но больше 3 минут. Поехали. Я ступаю с проступками мутными по проспекту, что выстроен в ступоре. В рупор хрипом трубить о погубленном доме с дорогой и трубами. По бордюрам волочатся трупами, думали думами вытянуть судьбы-то. Сутки порублены утром, работы и грубыми снами, с рваными женскими струнами, и же еси. Вежливо выживаю. Жертвам рождения руки жму. Сплю ли я? Сдуру ли? Спьяну ли ропот включил граммофоном? Я ли спою соловьем про воронье-то, а свое проворонил? Так что же я спорю? Во что эта стойка на стопах без стопки у новой постройки выльется? Куда повернуть? Я и пыль с лица вытер. Вместо полос, как Рэмбо, скулы натер кириллицей. Видишь, Бог, как душа моя силится выпрямится. Упрямая птица на провод садится. И рыба в трубе, в канаве к трубе на нере стулится. И я к тебе, рваная ямами улица, выплюнулся из стен 4. Из всех, кто просил зайти на чаек, никто не окупится. Какая разница? Матрица или в вине у Христа пространство крутится, еще не 1 миллиард налупится, пока рухнет вся эта дурость. Но фонарь такой крупный над темечком. Будет времечко, стройки по плечи. Перечень высохших речек не вечен, в руки меч мне и будет легче. Вот так встреча, похлеще предтечи. Меченый ворон крепко держит колечко Ураборос. Поднимаю оброненный голос и плечи. Этот ворон получит в печень. Мне огонь в этих спичках, чтоб сжечь им. Прометей, ты спасен. Ворон пепел. Время не терпит мелких. Вот и ветер. Тихо бродит проблемам по встречке. Объявление дряблое треплет. Потерялся такой-то такой. В черное вечером чисто одетый. Мальчик, где ты? Ветер знает, где я. Я здесь, на планете. Дух мой крепнет, волочась в перечеркнутых метрах проспекта. Чудачком за ответом к рассвету, вот теперь и начало. И я засмеюсь в белое кем-то одетый. Спасибо. Я хочу видеть оценки. 4, 4, 3, 5, 5. Спасибо! Ну, следующий, кто тянул, уже этот не жребий, но неважно. Гоша Добродеев, Металлзавод! Па-па-па-па-па-па-пау. Как общим машинам не измерить всю Россию? Эй, индюшиный клёкот — это пошло и красиво. Ненависть и страх еще чуть-чуть, шизофазия, ебанистика. Мое второе имя. Сладкий пирожочек нам с тобой не по пути, ведь сразу потечет начинка, стоит только надавить, и это точно надо видеть, это нужно пережить. Интригует перспектива, что в тебя войдут ножи, а чё не спим? Чё не спим? Вялый свинт на укулеле, растворяясь в пустоте, я потерялся в днях недели. Трип-адвайзер, Кастанеда, наму, наму, тюб, билеты в долги, вялый, нудный, тленный, дикий, ЕМБ, последний, стрёмный, темный, скользкий, тошный, сверхтягучий, сколько можно еще какой-то там мой путь в их слан. Ведь я в своем познании настолько преисполнился, и как не расплескать мне по дороге до их слана, все пьяное кунг-фу граничит с ворохом условности, эта ночь пророчит самый-самый долгий путь домой. Так, оценки, Гоша. 3, 3, 3, 5. Я не решила, подожди, я девочка. 4. Спасибо. Аплодисменты. Ну, вы все поняли. Он сам о себе скажет. Максим Стативко, аплодисменты ему. Друзья, поскольку не регламентировано время, но регламентирован текст, я хотел 2. Сказано 1, поэтому я хочу вам сказать, что полгода, чуть больше, как мы переехали жить обратно домой в Харьков, 4 года я прожил в Киеве, и теперь я всей кожей наслаждаюсь
тем, какой у нас невероятный город, как все невероятно здесь. И как потрясающе, как... Респект Артему. Где ты там? Я тебя не вижу. Вот. И... Нет. Дело в том, что последнее стихотворение, которым я хотел бы закончить, посвящается всем вам и моему любимому городу. Написано в процессе переезда. Собак на лаев, ворон на карков, стоит бетонный, бездонный Харьков, пронзает шпилем брюшину неба, стоит и знает, что я приеду к его скамейкам, ларькам и рынкам. Меня окатит моторным рыком, и к ресторанам, и к галереям морозом ранним меня огреет. А значит, ладно, и значит, дома. Стальные стоны ворот Газпрома, большие лужи, кривые крыши. Чужое душит, родное дышит. Я хочу увидеть оценки Максиму. 5. Серьезно? Хорошо, подожди. 1, 2, 3. 3 пятерки. Где еще у нас? Я не вижу. 4 пятерки, 1 тройка. Спасибо! А теперь Александр Куча выйдет и скажет, кто же победил в данном мероприятии. А? Кто мне тройку поставил? Кто такой смел? Да не важно, ребят, вы можете пока уйти. А, все, кто не покупал оценки, могут сдать оценки. Спасибо большое, сейчас Куча объявит, кто же выиграл. Хотя очевидно все. Да что? Давай я поищу, иди говори. Все, путь нашел денег победителю. Там-та-дам. А, как там? Так. Иди туда, иди к микрофону. Я не знаю, что мне пробивать. Куль, ты еще будешь... На карту. Он перебирает, какое изображение на купюрах красивее, понимаете? Мощный. Какой-то неудачник. Александр, я просто такой думал, блин, это можно типа дать красивую 1000, а потом подумал, что ну, наш победитель прочитал такое стихотворение про Харьков. А значит, наверное, лучше дать 2 сковороды, так сказать. 2 сковородками, да. Давай выходи, патриотка, нам получай свой выигрыш. Апокалиптичный слэм! Незважаючи на всі труднощі, ми зібралися з вами, ми любимо кожного з вас. Величезно дякуємо. Давайте ще раз поплодуємо один одному. Ще раз гучніше, гучніше! І це твої гроші. Біс! Заслуговані. І тепер традиційний біс переможця. Який ти високий, Ханна. І ще раз поплодуємо переможцю. Гей! На біс, Макс Тативка! Я прочту то, що хотів прочитати в фіналі. Но эльф мне не дал. Он никому не дает. Тебе! Что? Собраться и смыться, как пьяные птицы с больного вокзала, без слез, без следа, свалить из столицы. Свалить из столицы! Во что б то ни стало, свалить навсегда. Забыть костыли, до бела раскалиться здесь некогда. Нечего, сплошь миражи, пусть жить на мели, но свалить из столицы от вечного, тошного праздника лжи.
прийти бы в себя и в себе поселиться. Мне цену родного тот сон показал. Свалить из столицы, свалить из столицы. С больного на новый, здоровый вокзал. Спасибо! Шановні друзі, все, що ви бачили, називалось літературний слем. Ми любимо кожного із вас. Давайте зустрічатися чаще, все буде слем до нових зустрічей.